Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Телеканал «Инспорт» представляет вашему вниманию прямую трансляцию встречи пари-матч «Жастар Хоккей Лига». Сегодня «Торпедо» принимает команду «Жасбатыр» из города Атырау. Заброшенные шайбы и красивые комбинации. Итак, поехали. Первый период уже на 26 секунде получает численное большинство игроки команды «Жасбатыр», и Климент Баранов открывает счет матча. Получает он диагональную передачу и попадает под перекладину. 0-1 в пользу команды «Жасбатыр» на 58 секунде. А затем Григорий Ваганян вступил в игру, и здесь сравнивает счет Диас Распеков, который подхватывает шайбу после отскока от голкипера, объезжает ворота и поражает пустой угол ворот. 1-1 на третьей минуте матча. Достаточно быстро атырауцы вышли вперед. Хальзев получает передачу от Масленникова и с пятака расстреливает владение Никиты Эрштейна. 1-2 в пользу команды «Жасбатыр». И этот счет продержался до 13 минуты, когда счет сравнял Сергей Стальмаков. Перед этим была возможность также отличиться у Алдамжарова, но он не попал по скользящей шайбе. Выручает всю команду Ваганян, а вот после броска Сергея Стальмакова выручить голкипер «Жасбатыра» не сумел. Подхватил шайбу Стальмаков, бросает, шайба рикошетит и оказывается за линией ворот. Счет становится 2-2. Выводит «Торпедо» вперед Никита Мерзликин на 16-й минуте первого периода. Никита Мерзликин оказывается один на пятаке и добивает ее в ворота. Бросок от синей, и бросал Перегудов, а добивал шайбу уже Никита Мерзликин. 3-2 по итогам первого периода. Еще раз смотрим, подработал коньком себе и закатил ее в ворота. Начало второго периода получилось провальным для команды «Жасбатыр». Концовка первого периода еще нам показывает. Здесь броски следовали со средней дистанции, однако голкипер выдержал. На 22-й минуте отличается Данила Мельковец. Перед этим он не попадает в створ, а затем подставляет свою клюшку под наброс Максима Базанова. 4-2. 22-я минута этого матча. Затем спустя 31 секунду отличается Сергей Стальмаков, выкатывается он на ударную позицию и уже в падении направляет шайбу в пустые ворота. 5-2 к исходу 22-й минуты этого матча. Заработали атырауцы большинство, но удалением Сергея Киселева воспользоваться не смогли. А вот после броска Базанова Данила Мельковец оформляет дубль, и счет становится 6-2. Меняют голкипера. Вместо Григория Ваганяна в воротах играет Данил Фанайлов. И затем уже Алдамжаров выдает идеальный пас под бросок Клименту Баранову, и счет становится 6-3. 6-3 – это середина второго периода. По-прежнему «Торпедо» впереди, но красивый гол и хороший бросок Климента Баранова. Спустя 3 минуты свою первую шайбу забрасывает Максим Базанов. На ближнем пятаке он переправляет ее в ворота. Меняет цифры табло на 7-3. А затем отличается Дмитрий Дьяченко уже в большинстве. Передача Дьяса-Пятенькова, и Дьяченко с пятачка переправляет шайбу в ворота в касание. 8-3 по итогам двух периодов. В конце этого периода мог отличиться Мерзликин, затем было удаление в составе «Жасбатыра». Хальзев сносит голкипера и зарабатывает двухминутный штраф. Начало третьего периода также было за «Торпедо».
Сначала бросок Базанова, затем Максим Базанов подправляет шайбу после броска Белякова. 9-3 в ассистентах Беляков и Стремаков. Спустя 19 секунд 10-ю шайбу забрасывает Андрей Первутинский с добиванием, с неудобной стороной клюшки. Он поражает ближний угол ворот команды. Жанс Баттер. 10-3. Меняют голкипера. Вместо Никиты Эрштейна в игру вступает Иван Пыленок. И отличается Климент Баранов. Выход 2 в 2. Здесь Мерзликин сносит ворота. И мы видим с вами атаку с участием Хайзера. Бросок и здесь добивание Климента Баранова. Очень неудобный отскок для голкипера. И хет-трик оформляет 77 номер команды ЖАЗ Батыр. На 48 минуте встречи. И до конца этого матча счет не изменился. Момент с участием Масленникова. Выход 1-1. И настойчивые атаки ЖАЗ Батыра, в котором поучаствовал 11 номер команды гостей Илья Харченко, но ему чуточку не повезло. Финальный счет 10-4. Именно с таким результатом завершается эта встреча. Завтра в 13:00 состоится повторный матч. А пока статистика. По броскам в створ впереди ЖАЗ Батыр. У гостей 41 бросок и 30 у торпеда. По выигранным вбрасываниям хозяева чуточку впереди. 26 у торпеда, 22 выигранных вбрасывания у ЖАЗ Батыра. По разу отличились команды в большинстве, ни разу в меньшинстве. Штрафные минуты 10 у торпеда, 6 у ЖАЗ Батыра. Спасибо за внимание, уважаемые друзья. Оставайтесь с телеканалом InSport. Торпеда ЖАЗ Батыр 10-4. Будьте с нами, любите хоккей, всего доброго и до свидания.